Я думаю, что этот конфликт успешно завершится и постепенно сойдет на нет, потому что тот всплеск, тот пик позитивного отношения к оппозиции, он сегодня прошел. Многие политики осознали, что раздувать сирийский пожар просто не имеет смысла, и что сама по себе эта оппозиция может принести еще гораздо больше проблем и неприятностей, чем нежели она несет сегодня в деле попытки подчинить Сирию общим мировым интересам, имея в виду интересы западных стран в первую очередь. Для России Сирия сыграла злую шутку, потому что инициатива, позитивная инициатива политика Путина о том, что давайте химическое оружие уничтожим, и тем самым он открыл калитку, через которую выскользнул из мышеловки Обама, она принесла дурное состояние для нашей экономики, ведь сирийский конфликт, он сразу серьезно понизил цены на нефть. И вот здесь, казалось бы, надо было тоже просчитывать, потому что для нас разжигание пожара сирийского, оно было выгодно с экономической точки зрения, а вот сейчас мы получаем, с одной стороны, престиж политика президента, а с другой стороны, мы получаем ухудшившиеся экономические условия. Нефть потихоньку сползает.